Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал GS Tactical. И сегодня вы не увидите. Но зато увидите. Итак, погнали. Сегодня мы на полигоне Air Station, и воюю я сегодня вот с таким вот зверем. Этот коротыш называется MP5K, данный агрегат от фирмы Galaxy с выхлопом 100 метров в секунду. И в принципе этот ролик не должен был увидеть свет, но в тот день произошло очень много всяких событий, стечения обстоятельств, фейлов и прочей дребедений, поэтому я не смог оставить это незамеченным. Но теперь обо всем по порядку. Вы, наверное, обратили внимание уже вот на эту вот свисающую хрень, которая висит прямо по центру камеры. Это кусочек отклеившегося камуфляжа с корпуса камеры. К сожалению, ее будет видно в большей или меньшей степени на протяжении всего видео, так что запаситесь терпением. Ну и далее я хотел бы отметить свое похмельное состояние, так как накануне я отмечал день рождения подруги. Я вам настоятельно рекомендую приходить на игру в нормальном состоянии, если вы, конечно, не пораженный алкаш с большим опытом, коим я не являюсь. Потому что это и физически тяжело, да и мозг, конечно, работает не на все 100%. Далее на разогревочной игре произошел казус с моим калашом. Он вышел из строя. Это, конечно, осталось за кадром. Именно поэтому я продолжил игру с МП. И поскольку, увы, на калаше остались крепления и все дополнительные камеры, сегодняшнее видео будет только с GoPro. Начинается брифинг, бла-бла-бла. Если тут покороче, то мы обороняемся, противник наступает, у нас 5 жизней, у них бесконечные жизни, время не установлено. Значит, как только они нас выбьют, игра останавливается, меняемся сторонами. И, соответственно, чтобы нам выиграть, нам надо просто сделать это быстрее, чем сделали они. Ну, в принципе, вот и все. Вот, потихоньку выдвигаемся на позицию. Что? Тактический пакет. Ну все, победа будет за нами. Так нет, вот. Возьми вот тут вот. Ты смотри вот ту чисто сторону. Не вылезай никуда. Дед? Дед? Сука. А дед он на угол может стать. Дед, иди сюда. Возьми угол. Да, ну вот этот угол контролирую вот. Ну не знаю, ну максимально вот эту часть вот, вот до столба, вот до вот этого, до первого. Ну, ты понял, да? Больше не вылезай, чтобы оттуда не пролетел. А ты просто в ту сторону смотри, а я вот тут вперед засяду. Обустраиваю свое укрытие, готовлюсь к обороне. Игра началась, и сразу же обрушивается град шаров. Позиция у меня шикарная, соперник даже не представляет, откуда им накидывают. Появление вот этого персонажа, и мне приходится отступать, а там так уютно было. Дед слился, Юзи пришлось отступить, фланг открыт. В довеску всему у меня и GoPro смотрит в пол. Теперь вы понимаете, что я имел в виду, когда говорил, что это видео не должно увидеть свет. Начинают уже поджимать. Вот этот мерзавец, который нарушил мою идиллию в тот раз. Там лево смотри уже запутан. Очень редко использую МПшку, он в принципе покупался для подруги, но в этот раз я получил огромное удовольствие от игры с ним, это просто идеальное для CQB,
И в принципе ему очень удобно оперировать из-за укрытий как слева, так и справа. Остался последний на переднем рубеже. Я по шапке получил, удержался как мог. Я вернулся, но как видно, наших уже откинули довольно-таки прилично назад. Как я уже упоминал, МПшка 100 метров в секунду, стреляю 25-ми шарами. Из тюнинга тут единственное, поставил силиконовую резинку и чуть-чуть удлинил ствол и накрутил вот другой пламегаз, чтобы он не торчал. Меня вычислили и яростно пытаются выбить отсюда. Опять выкурили с хорошей позиции. А вот классика жанра. Игра только началась, а уже мертвяк полон людей, которые кто-то в окно смотрит, кто-то общается. Пацаны, воевать надо. Последний рубеж нашей обороны, много уже у кого жизни закончились, я вот на последний держусь. Thank you.
game over. Начало следующего раунда. Тут все то же самое, только наоборот. Теперь же мы атакуем. Все рванули дружно вперед. И теперь обратно дружно назад. Вперед. Нет, ну конечно этот кусок этого камуфляжа на камере конкретно раздражает. Приношу свои глубочайшие извинения за это. Довольно забавный эпизод получился. Ну, а вы бы что делали на моем месте? Эх, опять в голову. Юзы прорваться, но неудачно. В принципе, так и надо делать, только надо, конечно, минимальный человек и 4-5 идти на прорыв. Тогда это будет эффективно. Раунд подошел к концу, нам все же не удалось продавить вражескую оборону за отведенное нам время, так что мы эту игру проиграли. Начало нового раунда, тут по сути та же оборона, нам надо было удерживать кое-какие коробки, в которых спрятаны колбы, и не дать сопернику вынести их с нашей территории. И тут я замечаю, что шары мои летят не дальше, чем на 2 метра. Япона, мать, второй привод за день сломался. Мало того, что у калаша резинку хопа загнуло, теперь у этого каким-то непонятным образом просто вылетел нозл. Просто везет мне сегодня, как утопленнику. Пришлось клянчить трубочку винда. Я, в принципе, очень даже люблю дробовики для CQB, очень классно. Единственный минус тут был только всего лишь один шелл, это, то бишь, на 10 выстрелов. Потом надо дозаряжаться. Но это лучше, чем ничего. Я легко не сдамся. А тут свой комната? Это ты там где-то?
главный момент сегодняшнего дня. Я беру гранату и решаю ее все же туда закинуть подальше, но недолет. Это я. Это там стыд решил. Помните ли вы момент из первого видео, когда дед взорвал меня? Ну вот и пришел час расплаты. В этот раз все обошлось. Дед сквозанул оттуда так, что у него аж привод даже там остался. Поэтому он сейчас хочет вернуться обратно в эту комнату и подобрать его. Не сработало. На импакт гранате случилась осечка. Иди, иди, иди. Занял позицию, передал мне мою гранату обратно, чтобы я ее мог перезарядить. Вот я сижу тихо, мирно перезаряжаю, и тут что я вижу? Не знаю. Больше нету. 1-1, деда. Ребят, ни в коем случае не поднимайте гранаты руками, не откидывайте их обратно. Это мой, конечно, похмельный мозг здесь дал сбой, но я вам честно говорю, лучше этого не делать. Нас уже обложили со всех сторон, вот финальный прорыв соперника, вот, в принципе, это был уже и конец игры. Ну вот и сегодняшнее видео подошло к концу, если понравилось, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, с вами был Гиас, всем пока!